Итак, чтобы сделать расход лески значительно меньше, нужно вытащить все внутренности, на которых наматывалась леска, и оставить только сам корпус катушки. Ну, работает по принципу такому, что вот мы завязываем узлы на леске, продеваем ее сюда, закрываем. И все, и происходит обычный процесс. Но дело в том, что получается вот это отверстие. В это отверстие залетает грязь, скошенная трава. И потом довольно-таки трудно, она утрамбовывается, довольно-таки трудно ее вычистить. Что нужно сделать? Нужно взять вот это отверстие, значит, заклеить вот такой крышечкой. Предварительно я просто вырезал с обычного. Какая-то полиэтиленовая крышка. Клеить нужно на силикон, потому что здесь происходит вибрация, и силикон с этим намного лучше справится. Итак, берем силикон прозрачный и промазываем, наносим на катушку. Вот этот силикон для аквариумов, он прекрасно клеит пластмассу. И так как здесь будет вибрация, то силикон очень хорошо себя поведет. Он не допустит отслоения приклеиваемой детали. Так, не жалея. Ну вот и все. Теперь надо оставить эту крышку на сутки, чтобы силикон полностью высох.